Здравствуйте! Приветствую вас на канале Hard Reset Info. Сегодня я вам покажу, как на смартфоне Blackview A60 Pro поменять рингтон. Для начала разблокируем наше устройство и переходим в настройки. В настройках мы листаем чуть ниже и заходим во вкладку «Звук». Далее листаем ниже и видим подпункт «Рингтон». Заходим сюда. И нас встречает стандартная библиотека рингтонов. Можем выбрать любой из существующих здесь рингтонов. И также можем опуститься в самый низ, нажать на плюсик и здесь выбрать свой рингтон. Выбираем, жмем «Ок». И наш рингтон был успешно установлен. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!